Кстати, улица Гагарина – часть будущей пешеходной зоны, поэтому к ней особое внимание. То же касается и Миши Балакирева. Здесь уже начались фасадные работы. Требования к владельцам бизнеса – содержать в чистоте свою часть здания и прилегающую территорию. Эти вопросы глава района обсудила с одним из арендаторов рестораном «Додо Пицца». Алена Дмитриевна, насколько я понимаю, очень трепетно относится к тому, чтобы в городе было все красиво. Она в одном из будущих красивых мест города Клина хочет видеть арендаторов, которые будут представлять что-то красивое. Для справки, «Додо Пицца» работает в формате семейной пиццерии. Федеральная сеть представлена в 130 городах России, а также в США и Китае. Открытие в нашем городе планируется в середине ноября.